местных страданий. По 500 раз не ехать. Приготовься скоро на старт. Я это ложу. Так, конечно же, с конца старта. Ты пробуй пока без этих. Без помощи. На ручной коробке еще. С закрытыми глазами. Кролик скидывали, когда решетки Ферста будут фигушки показывали. Товарищи Супова. Просили? Товарищи Горбачёва.
С каких это пор начальство спрашивает вашего мнения? Да потому что ваше начальство ничего не знает о том, что у нас творится в городе. Так оно посядь. Не сяду. Потому что ваш полтергей шлорует. Уверен? Нет. Я прям просто профитом поставил в стенку вопросу. Помочь ему? Когда ты сойдешь уже? Блин, когда жоха нет. А, ну ему 10 позиций-то все-таки дали. Нифига себе, котеры прошли. Безумная квалификация, наверное, была. Сегодня на трассе много машин. Осторожнее на первом повороте. Thank you.
проезд через питлейн за неспортивное поведение. Ничего не поделаешь. Веди внимательно, заезжай на питлейн в течение 3 кругов. Нифига себе, Баттон. Он же первым стартовал, теперь 9-й. Кстати, штраф дали. За Маруську. Ему же нужно было в меня повернуть. Петрович, что ты забыл на 8-м месте? Защищает. Игра поняла, что будет конкурент по пускай. Где штрафной проезд? Он также меня выбил. Использовать систему ДРС в подходящих ситуациях. Давай, нам нужно сократить дистанцию. Отстаем на 5 секунд.
Свободно выезжать, трасса открыта. На последнем месте кто? А, ну это я его подбил. Пока везет из-за того, что медленные впереди и из-за них застряли. Лишь Петров на 8-м месте был. Внимателен.
вагончик позади тебя экономит топливо. Чистый обгон. Блестяще. Повторяю перед тобой, Рэдбулл. Ты идешь в его воздушном мешке, у тебя спереди сцепление немного хуже. Позади тебя идет на жестких шинах, увеличивай разрыв. Пит-стоп на этом круге. У тебя неплохой запас топлива, можно прибавить смесь до тройки. Попробуй обогатить смесь. А, и ты тоже. Нет, это план был пит-стоп. На выезде с пит-лейна есть гонщики, будь внимателен. Больше пит-стопов не осталось, так что береги покрышки. Ты идешь в общем темпе, не сбавляй скорость.
У тебя неплохое время круга. Один из болидов Porsche India. Это Диреста, попробуй обойти его. Сегодня в ударе он только что совершил самый быстрый круг. Красиво ты его обошел. Топлива достаточно, но ты все же следи за расходом. Теперь ты шестой. Секунды. Позади идущий отстает на 3 секунды.
отстаешь от соперника примерно на 4 секунды. Круга, ты догоняешь впереди идущего. Руку искусственно. Перед тобой, Заубер, повторяю, Заубер. Мы вышли на четвертую позицию. Попал мусор. Держись на траектории и жди, пока он свалится. Двенадцать очков. Просто отлично. Мог бы дубль, если бы... Ну, вот это вот. А, и все еще претендент за титул. Ну, вот вице-чемпионом, кстати. До Red Bull 8 очков, в принципе, можем.